Добрый день, уважаемые розоводы и гости, заглянувшие на канал «Розовое хобби». С вами Татьяна. В конце октября самая горячая тема – укрытие для роз. Какое укрытие лучше? Как сделать укрытие? Какие материалы нужны? И как правильно установить дуги и прочее? За 20 лет выращивания роз у меня не осталось сомнений, что лучшее укрытие – воздушно-сухое. Это означает, что розы под укрытием должны оставаться сухими, и у них должно быть достаточно воздуха. Для этого очень важно сделать крепкую основу для укрывного материала. Из чего бы ни сделан каркас, он должен выдержать слой снега, который за зиму очень уплотняется. Можно соорудить деревянные конструкции, установить металлическую сетку или водопроводные полипропиленовые трубы, на которые прикрепить укрывной материал. Из всего многообразия я остановилась на трубах из полипропилена и стеклопластиковой арматуре. Трубы остались после ремонта, а стеклопластиковая арматура доступна по цене и продается на строительных рынках и в магазине Leroy Merlin. Укрытие должно выдержать слой снега, и поэтому я усиливаю соединение хомутами. Стеклопластиковая арматура. Более толстая, это вот эта желтая. Она 12 мм. 10 мм зеленого цвета. И светло-серенькая такая, это 8 мм. 8-миллиметровая, вот она такая тоненькая. Я ее ставлю, ну, вместо веревки она идет. То есть там, где большое расстояние оказалось между основными дугами, там я добавляю вот эту 8-миллиметровую. Но заметно, вот она, видите, разница у этой, видите, какая толщина, а здесь совсем другое плетение, более слабое. Ну, в общем, она для дуг не годится. Для того, чтобы полотно укрытия не провалилось под дугами, я стягиваю дуги веревками, кладу доски, вагонку, черенки от лопат, все, что нахожу. Важно, чтобы под укрытием оставался воздух, а укрытие со снегом не легло на побеги. Высота укрытия у меня ориентировочно 60 сантиметров. Побеги все лежат ниже. Ну вот некоторые розы не очень хорошо пригнулись. Какой вариант здесь может быть? Видите, и побег выходит за рамки укрытия. Значит, что мы можем сделать? В первую очередь мы, конечно, можем взять секатор и удалить те части укрытия, те части побегов, которые вылезают за укрытие. Вот такой вариант номер один. И второй вариант, когда я надеваю на выступающие части, да и просто на побеги, которые могут быть близко к укрытию, вот такие горшочки, перевернутые. Горшочки. Они, во-первых, с отверстиями дышат, значит, роза не будет здесь конденсат собираться. Но если снег ляжет на укрытие и придавит укрытие к побегам, то побеги не разорвут наше укрытие, и оно останется целым. Но надевать горшочки мне кажется очень удобным, потому что тут точно сохраняется наше укрытие в целости. Вот такие горшочки я надену на все розы, которые выступают за пределы укрытия. Цвет горшочка не имеет значения. Он все равно с огромным количеством крупных отверстий, поэтому побеги не сопреют, они будут дышать точно так же, как и обычно. Поэтому цвет черный, белый, красный, любой может быть. Главное, чтобы побеги не касались укрытия и не порвали его. А вот прижимать какими-то картонными коробками или картоном просто совершенно не советую. Он намокает и разорвется, еще и гнить начнет. Вот английская роза. Ее легко удалось пригнуть к земле. Но побеги так изогнулись, что будут сильно прижиматься к укрытию. Поэтому я проложила утеплитель между дугами и побегами. Вот так это выглядит с другой стороны.
видите, вот здесь очень плотненько, никуда ничего теперь не денется. Она прижата самими побегами к дугам. Ну и вот этот колпачок у меня надет. Здесь уже точно ничего не порвется. На первый слой я стелю укрывной материал более древний, а сверху закрываю уже более плотным, приличным, потому что со временем спанбон теряет свои свойства. И каждый год я подкупаю новый. Вот купила я вот такой материал. Называется спанграм зима. Сухо, красиво и тепло. Сейчас мы посмотрим. Так, вот достаю. Еще раз поближе. Оригинальный укрывной материал для растений. Но смотрите, здесь 100, плотность его 100 микрон. Так что достаточно плотный должен быть. Сейчас я разверну, посмотрим. Ну вот, я его развернула. Достаточно такой, да, плотный материал. Я таким не укрывала, поэтому все равно внизу у меня будет старенький спанбонд 60-ка, а сверху уже новый, попробую материал вот этот. Но зимой розу греет не спанбонд, а тепло земли. Поэтому розы всегда лучше зимуют, если они посажены в клумбе. Так увеличивается площадь, дающая тепло розам. Но что делать, если все-таки мы посадили розу отдельно? В этом году я получила из питомника Марии Харченко розу коралл-желе. Она у меня посажена отдельно. Что в этом случае нужно делать и как сохранить розу? Давайте посмотрим, как она там себя чувствует. Так, под моим лапничком. Ну, почечки. Вот они. Вот, видно вам, не видно? Наверное, видно. Вот они, малюсенькие почечки. Поэтому я их прикрыла лапками. Я присыпала землю корой. Ну, у кого нет коры, достаточно компост. Или просто сухой землей присыпать землю вокруг саженца или вокруг розы. Ну, вернемся к зимовке. Чтобы сохранить розу, растущую отдельно, нам нужно максимально увеличить площадь земли, которая даст тепло этой розе. То есть нельзя ставить дуги, например, на расстоянии там 10 сантиметров от розы, 15. Нужно обеспечить достаточную площадь, чтобы тепло земли согревало розу. Для одиночной розы я делаю диаметр 50, а то и 60 сантиметров. То есть мы должны дать площадь розе для того, чтобы земля отдавала ей тепло зимой. И теперь подходящий кусок спанбонда, который потом я раскрою, он в два слоя получится сразу. Но сейчас он пока останется зонтиком. Пусть постоит до наступления холодов. Октябрь подходит к концу, но на некоторых розах остались базальные побеги, которые еще не вызрели и имеют красный цвет. Смотрите, самый кончик, самую верхушку прищипните вот здесь его над вторым листочком. Все, чтобы вот этот кончик уже ушел. И тогда он приостанавливает свой рост окончательно. И то есть мы такой кончик отрезаем или прищипываем. И все, он приостанавливает рост и будет созревать. И, скорее всего, до укрытия на зиму он созреет. И вот здесь у меня шахерезада. Новый саженец, молодой, этого года, осенью. Оп, вот здесь отверстий нет. Ой, так, сейчас посмотрю, потому что что-то я сомневаюсь, что можно так оставлять. Ну-ка посмотрим, как он там зимует у меня. Ну вот. Видите, чуть-чуть почечка тронулась, но не более. Не знаю, оставлять или нет. Можно и так. В общем-то, обычно они у меня зимовали вот таким образом. Сверху спанбонд и никаких проблем. Может быть, зря я придумала эти большие
горшки поставить. Может быть, на осень-то они и хорошо были от дождя, а зимой, наверное, и не надо. Все же, такое укрытие надежнее, проверено. Не стоит рисковать. Пусть лучше зимуют так, как обычно мои осенние саженцы. Прикрыто слегка, присыпаны, торчат там 10 сантиметров или меньше побежки. Ну-ка, да, 7-8 сантиметров. Все, пусть они так лучше спят. И спанбон сверху два слоя в общей грядке. Они здесь прекрасно перезимуют. Наконец-то день выдался без осадков, и я решила сделать искореняющую обработку 3% железным купоросом. Но делала я эту обработку только для роз, которые перезимовали у меня как минимум 2 зимы. Рецепт простой. В 1 литре теплой воды развожу 1 столовую ложку лимонной кислоты. В отдельной емкости растворяю железный купорос 300 граммов. Соединяю раствор железного купороса с лимонной кислотой, размешиваю и доливаю до 10 литров. Опрыскиваю побеги и землю вокруг роз. Розы моложе 2 лет я обработала бордовской жидкостью. Мне повезло, и в течение суток осадки не выпадали. А значит, повторять обработки не потребуется. И пока прикрою розы спанбондом, оставив торцы открытыми. Дорогие друзья, надеюсь, вы тоже все успели сделать для успешной зимовки роз. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео было вам полезно. Не забудьте подписаться на канал. Уважаемые подписчики, благодарю вас за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале «Розовое хобби».